Татьяна Фролкина первый раз здесь у вас. Или второй, не знаете. Но я по бумажке. Вежливый мальчик. Чисто поле, синее море. Я включаюсь дистанционно. Я работаю без розетки. В чистом поле информационном распознаю объекты. В чистом поле полям тесно, уплотнено пространство. Волны ветров дифференция, наслоение цивилизаций. Я сканирую каждый пиксель. Я спектрально разлагаю в океане людских мыслей. Синее море меня питает. Небесных часиков колесики стерлись, и стрелки разогнали оборот, да потерял еще вдобавок совесть тот главный, кто минуты раздает. Шкатулку вытряхнул, рассыпал разом, нате, хватай, лови, побольше бы успеть. Но в этом хаотичном листопаде все вперемешку, прошлое и впредь, что предначертано, тебя никто не спросит. Удобно, быстро, принял и забыл. В одном флаконе детство, юность, осень смакует зрелость, молодость и пыл. Дискретность времени в единстве поколений, так свитером становится клубок. А мы бросаем в топку все поленья, безжалостно, что выдали на срок. В своем городе называется. Обводной канал, обводный, обведи меня вокруг. Вокруг пальца, вокруг дома, вокруг чьих-то ловких рук. В этом городе я ветер, разметаю хлам и пыль, накопление трех столетий под сплетением стропил. Я поток бурлящей пены, тесен мне дворцов конвой, и отдам бы, как о стену, бьюсь бессилье головой. Обводной канал обводный, обведи по мне версту, в своем городе свободно, к солнцу башенкой расту. Спасибо.